И всем привет. Казалось бы, что-то можно снимать. Финал уже давно прошел. Однако тут есть еще несколько пасхалочек. Наемник Альфа 1. Окей, 1. Это Хельголанд. Вам дали добро на взлет. Который обязательно надо посетить. Итак, во-первых, нам нужно попасть в Сигму 17. Поэтому давайте искать туда путь. Так. Что это такое? Может их уничтожить нафиг? Нет? Не надо? Как думаете? Давайте попробуем. Мне кажется, что куда-то вот сюда вот надо. Поэтому полетим через торговую линию. А, это во Франкфурт. Не вариант. Надо искать. Мне кажется. Где мышка? Вот она, мышка, да? Мне кажется, что где-то вот здесь вот, должна быть некая планета. Поэтому давайте. Сейчас. О, нет, не направление. Просто Shift-V просто сделай и лети прямо. Пожалуйста. Да что ж такое-то, а? Просто не дает и все. Не дает поиграться. Центурион. Кстати, это очень крутой кораблик, если что, у них. В отличие от моего. Это гораздо более высокого уровня, что ли. И ранга. Давай, взрывайся и... Отлично. Так, да что я все время пытаюсь? Так... Это что такое? Откуда ты взялся? Задолбал. Так, ну давайте я буду уж тогда гуглить, что поделать. Так, Сигма. Мне нужна Сигма 17. Давайте смотреть. Вот она. Так, чувак, пока летай куда-нибудь. Давай на пробеле. На пробеле летай. Попадать туда можно. И Сигма 19. Давайте смотрим, как попасть из Сигма 19 в Сигма 17. Ну да, в принципе, как я и думал. Сейчас. О. Так, стоп, а я в какой системе? Цель достигнута. Я в Сигма 13. Вон она что. Где я нахожусь? А это что? Новый Берлин? Блин, а я-то думаю, что я никак не могу понять, где я нахожусь. А я, оказывается, Сигма 13. Вот. Сигма 13. Давайте смотреть, как Сигма 13 попасть в Сигма 19. Все просто. Тут, конечно, это все через Е3. Открываем карту. Е3, AB. А вот она, Е3. Давайте сюда. Погнали. Ну ладно, сначала повоюем. Все, полетели. Так, F6. Мне надо в сторону от врат. Мне в сторону Хельголанда надо. Цель достигнута. Вот отсюда мне надо влететь. Все, полетели. Ну, тут я постараюсь побыстрее, не как обычно. Опять же, все зависит от того, насколько сильно меня будут сейчас убивать корсары. Ну, корсары, блин, от центурионах, это круто. Но у них лут крутой. Серебро, медикаменты. Да, опять нижняя. Ну, да бог с ним. Так, я пока посмотрю, как там дальше.
Оттуда мне надо будет прыгнуть в Сигму 13. Угу. А, это я сейчас в Сигме 13, да? Окей. Окей. Летим. Деньги не проблема. Деньги есть. Плюс еще серебро вылетает. Так, тут Чугоку. Надо вот в этом квадрате. Вот в этом квадрате. Е3. Найти дыру гиперперехода. А, где-то здесь. То есть, как бы наверняка она здесь есть. Просто лишь бы она тут. Опасность. Обнаружены неустойчивые газы. А, неустойчивые газы. Это серьезно, на самом деле. О, я там кое-что увидел. Хочу. О, щит восстановлен. Че это такое? Вот это что такое? Ну, да бог с ним. Вот лучше неустойчивые газы, чем вот это вот узнавать, что это вот, что вот это такое. Направление. Интересно, будет неустойчивые газы облетать? А то я как-то так себя уничтожу. Так. Цель достигнута. Отлично. Цель достигнута. Так, Сигма. Еще раз, где я нахожусь? Я нахожусь. Сигма 13. Так, Сигма 13. Чугоку вижу, газовую шахту вижу. Карту в эту дыру не вижу. Придется, так сказать, наугад. ГДГ. Ну давайте. Блин, ребят, вы что-то уничтожаетесь просто. Просто на пустом месте летят и уничтожаются. Блин. Так. Где она может быть? Она может быть, опять же, Е3. Я в Е3, да? Долететь до сюда. Минус в том, что я вижу только за 1000. За 1000 км. Поэтому как бы... Может случиться такое, что я пролечу мимо. Это она. Вот она. Ну, остальные же. Вот она. Все. Ныряем. Отлично. Мы в Сигме 19. Так, Сигма 19. Я там тоже был. Почему я полетел таким путем странным, спорным? Черт его знает. Ну ладно, сейчас я ему вылечу. Где я вылечу? Окей. Сигма 19. Ребята, вы куда? Есть карта какая-нибудь? Где газовая шахта? Это дыра, я только что появился. Это что? Агашава. Давайте выберем объект и к нему полетим. Ну, мне просто надо, чтобы у меня... Мне надо заправиться. А потом мне надо прыгнуть в омикрон гамму, получается. А, в Сигму 17 сначала. Сигма 17, она находится с другой стороны. Ничего страшного. С другой стороны от звезды. Долечу. Вот она, выработка. Так, как тебе приземлиться? Скажи, как в тебя приземлиться, пожалуйста. ГДГ база. Легкий истребитель.
Блин. Есть. Ваш запрос приземление. Приземление. Разрешено. Разрешено. Пожалуйста. Приземление. Да не проблема. Два. Окей. О, здесь еще какая-то выработка что-то куда-то. А что куда? Ханшу. Нет, нам туда не надо. Давайте. Газодобыча Агашава. ГДГ. Так, мне нужна починка, потому что я меня еще там прокосил этот. Так, давайте ремонт. Ремонт завершен. Так, купить. Протуберанец. Круто. Что-нибудь валяется, ничего не валяется. Это можно продать. Это вот это мне надо купить. По максимуму. Загружено в трем. Загружено в трем. Так, теперь продать быстренько. Тот хлам, который у меня валяется. А там серебро и медикаменты, по-моему. Да, отлично, отлично. Отыграли просто один в один. И все, вылетаем. Это плюс сохранение. Окей, один. Это добытчик газа Агашава. Вам дали добро на взлет. Удачного полета. Так, добро на взлет дали. Так, нам нужно к планете. Планета здесь находится. Поэтому полетели. И 53 тысячи. Ерунда вообще. Так, тут планета должна быть по пути мне. И почему-то ее тут нету. И там, блин, есть даже и дыра. И просто точка перехода. И дыра гиперперехода. Там все есть. Где планета? Черт его знает. Почему этой планеты здесь нет на карте? А вот это не она ли? А, нет, это среднезеленая. Это, получается, тут две звезды, да? Вот она, планета. Планета Хиран. Информация. Поверхность неизвестна, температура неизвестна. Газовый гигант с небольшим количеством ресурсов, который сложно добывать из-за мощного гравитационного поля. Уникальная разведная вибрирующая структура Хирана является отличной достопримечательностью для туристов лайнера Гавайи. А здесь можно сесть. Нет, нам туда просто. Здесь нельзя сесть. О, суперлайнер Гавайи. А может, на него сядем? Что нам скажут? Корсары на легионере. Давайте. Я готов. Привет. Чувак, ты кончился, по-моему. Ну все, полетели дальше. На суперлайнер же я должен суметь сесть. Ну, я так считаю. А это кто вообще такие? ГДГ? Курорта? Суперлайнер, ты меня к себе пустишь? Я вас поняла. Будьте наготове. Готово. Вы сможете продолжить, когда будет свободно. Окей. Когда будет свободно. Суперлайнер. Интересно, я никогда не садился на суперлайнер. Окей. Один. Интересно, да? Интересно, как здесь бар выглядит? Наверняка что-то дорого-богато. Да нет, точно так же, как на Манхэттене. Ерунда какая-то. Все одинаково. 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 Все, вылетаем. Суперлайнер Гавайи. Наемники, серебряный, 7. Окей, 7. Это суперлайнер Гавайи. Мне надо стыковаться. Ну чё, полетели? Вот суперлайнер Гавайи. Кто все сюда приезжает, интересно? Кто-то же приезжает на этот суперлайнер. Не так все просто. Так, неизвестные врата. Мы к ним летим. Карты можно удалить. Планета Хиран. Хиран. Планета Хиран. Ха. Шутеечки за это. За 800. Че это такое? Давай. Иди сюда. Иди сюда. Ты летишь? Ну, что-нибудь выпало? А то я уже боялся, что все было зря. Это кто? Самура. Ну, Самура...
пофиг, пускай летает. Сигма-19, Сигма-17. Как бы, если меня не пустят в эти врата, то здесь есть еще дыра неподалеку. Поэтому, как бы, меня это особо не тревожит. Тан-тарам, тарам-тарам. Ястреб, ястреб, тяжелый, что-то там. Что везем? Тяжелый транспорт. Ничего не везем. Ладно, летим в Сигму. Там еще интереснее говорят. Я не помню, я там был или нет. Вообще должен был. Должен был бы быть. Так, Сигма 17. Сейчас лишь бы на меня никто не напал. Ребят, я скучал. Вы на меня поворачиваете? Отлично, минус раз. Мало. Молодец, молодец. Давайте следующее. Ну, как бы против одного корсара можно было воевать, а против трех-четырех как-то грустно. Они еще бомбами бросаются, чисто так, ради прикола. Поэтому, возможно... Кажется, что они меня сейчас убьют. Так, ну они все наполовину коцанты. Мне бы выйти с ним на дистанцию выстрела и все. Еще один минус сломался. Где последний остался? Чувак, ты что ли съел мою? Все просто. Блин. А я был здесь раньше? По-моему, здесь не был, да? Отлично, отлично. Так, джамп-хули. Омикрон Тета, она под звездой. И там есть планета Курил. Ясно. Не сюда. Мне куда-то туда. Полетели. Там есть планета. Мане на планета. Тут есть такие транспортные бои. О, неизвестная планета. Мне вот к этой неизвестной планете мимо нее будет. Так, если не ошибаюсь, именно в этом секторе находится Сигма-17. Сигма-17. А еще раз. А ну-ка. Теперь мы с Лунниганом, да-на-на-на-на-на-на, Фрипорт 7, чё, Фрипорт 7, за атакой стоял Орден, Фрипорт 7, чё, так, на Курилах, Сигма. Слушайте, походу здесь, именно здесь валяются осколки ТОС. Ну что такое? Чё вам дома не сидится, ребята? Ну так хорошо же общались. Блин, а? Они опять вчетвером атакуют. Блин, опять осталась одна.
Да. Блин. Больше я их не вынесу так-то. Поэтому надо как-то аккуратненько. Неизвестная планета, а вот где-то здесь обломки этого валяются. Того самого Фрипорта 7, с которого начиналась вся игра. А планета как называется? Ну ладно, сейчас узнаем. Ну, то, что здесь находится база этих корсаров, это, конечно, грустно. Ну ладно, тоже. Все мелочь. С кем цель зафиксирована? С кем он в бой вступает? Самура, ты дурак, что ли? Планета Курилы. Как я понимаю, на ней надо же сесть должно быть. Повреждение радиации. Ой, боже мой. Радиация повреждений, короче, это вот как раз из-за того, что здесь осколки этого. Приближается ракета. Цель выбрана. Приближаюсь. Блин, я не хочу с ними воевать. Вот вообще. Где планета, блин? Жесть. Вот она. Я ж на нее сесть должен. Сесть и подзарядиться. Крайер. Так. Вы запросили приземление. Разрешено. Окей. Разрешено уже, хорошо. На Курилы сяду. Курилы, Курилы. А, этот, типа этот, ясно. Ясно, к чему эта отсылка. Ой, опять ремонт. Давайте продадим сначала все, что можно. Я же что-то навыбивал с этих ребят. О! Замечательно. Теперь можно хоть затовариться. По сути, можно здесь брать задания, выполнять их, копить. Копить на хорошую жизнь. Никуда особо не суетиться. Загружено в трюм. Даже посмотри, сколько здесь стоят кораблики, да? Вот этот вот. Как раз центурионовский же. Центурион? Нет, сокол. 257 тысяч. Ну да, он чуть мощнее моего. Ха, чуть-чуть прям. Прям совсем малость. Ну, вот так вот. И посмотрите, сколько здесь заданий стоит. И трудность у них, наверное, под тридцаточку. Так, бабло. Заданий нет, да? А нет, есть индустрия Самура. 15 тысяч, 18 тысяч задания. 27 тысяч задания. Изгои, корсары и все против корсар. Вот такая вот планетка. Веселая. Ладно, взлетаем. Давайте уже. Что за ерунда? Как? Не понимаю. Как он вернулся? Да что ж такое, это как сколько можно уже врезаться в свой собственный. Да помри уже, не может там дышать. Чего? У меня только что был полный трюм этих. Я
Да, ты совершенно прав. Я вижу музыку, действительно что. Блин, бред. Жесть. Жесть, 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 жесть. Сколько ж надо тут вылетать просто в 132. Как так получилось, что у меня все кончилось? Все аккумуляторы счета кончились за раз. Чё ж я там такого насобирал с них, что... Чё выпадало-то хоть? Не убей. Три пищи. Ну нет, неравноценно. Почему? Откуда они здесь? Я только что их всех убил. Их теперь шестеро. Их теперь шестеро. Тяжко. Не вытяну. Направление. Мне именно туда. Все. Прыгаем вот эту. Понятно, что у меня 13 этих. Ну ладно, бог с ним. Если что, налечу, долечу на форсаже. Если сейчас опять какие-нибудь перцы нарисуются. Не посмотрел я на осколки. На осколки фрипорта. Ну ничего страшного. Ушел. До свидания. Кругом корсары, блин. Как с ними воевать-то? Они страшные, они сложные. Ну, хотя бы какие-то товарищи сидят. Кто это? Наемники. Спасибо вам. Так. Окей, я нахожусь в омикроне тета. Омикрон тета, омикрон тета, омикрон тета, 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 тета. Давайте смотреть, куда здесь можно отправиться. Так, тут есть фрипорт 9. Да, наверное, во фрипорт 9 и надо. Омикрон гамма, планета Веспус. Да, фрипорт. Вариантов особо нет. Только фрипорт, только хардкор. Вот сюда. Вот сюда летим. Там где-то фрипорт. Полетит ракета, не полетит? Не хочу с ними воевать. Навоевался, честно. Так, фрипорт. И в принципе отсюда. Отсюда.
Омега. Опасность. Повреждение радиации. Вот он, фрипорт. Садимся на фрипорт чисто для того, чтобы сохраниться. А вообще нам надо в омикрон гамма. А в омикрон гамма мы полетим сразу же следом. Это нам как раз прямо надо. Давайте, в четвертый меня посадите, пожалуйста. Спасибо. Омикрон гамма. Тут, в принципе, то, что я сейчас летаю здесь просто исследовать да исследовать. Вот на самом деле. Потому что та дичь, что здесь творится, это максимально круто, максимально нелогично. Что за кораблик есть продается? Тоже какой-нибудь сокол? Да, сокол. Орел. Какие тут, может быть, еще разговоры? 550 тысяч стоит. Эх. Ладно, взлетаем. Наемник Альфа 1, окей, 1. Это Фрипорт 9. Вам дали добро на взлет. Удачи. Так, как там? Где-то вот здесь вот она. Поэтому полетели. Что за ерунда? Удалить все контрольные точки. Вот сюда. О, говорю же, ерунда. Направление. 6Е, по-моему, был. Давайте еще раз перепроверим на всякий случай. На всякий случай, да, в 6Е. 6Е. Да, я прям куда надо выбрал. Хотя на автомате выбирал. Угу. Корсар Титан уходит отсюда. А мне нужен омикрон. Омикрон гамма. Гамма. Пока не отобразилось. Я очень надеюсь, что здесь будет видно. Да пофиг, вот на радиацию вообще наследить. А, вот она. Выбрать. Сюда. Сюда, летим. Микрон гамма. Круто же, по-моему. Ну, вот сам факт того, что здесь пространство, для чего-то это все рисовалось. Для чего оно делалось? Кому это делалось? Непонятно. Непонятно. Но тем не менее. Садимся. Стыкуемся. Красота. Шварк. Да, и, кстати, почему турели разворачиваются на меня, когда я лечу? Да и все оружие разворачивается на меня, когда я лечу. Ну, это если обратить внимание. Придурок вообще-то стреляет в меня. Под этим придурком, надеюсь, меня называют. Получи торпеду. Грустно это все. Ну вот, ничего не выпало. Их всех убивают. А ничего не выпадает. Оружейная платформа. Дыра гиперперехода. Окей, нам нужно, как ни странно, вот сюда. Круто. По-моему, офигеть, как круто. А где она? Я же выбрал точку. Да. Все, полетели. Полетели.
А что за оружейная платформа, интересно? Почему они меня особо не любят, да? Хм. Казалось бы. Ой, все, нет оружейной платформы. Как странно. Так, радиация меня херачит. Ну, это мелочь. Здесь вот их много. Много одинаковых дыр гиперперехода. Приближается ракета. Наводка на бандит. Приближается ракета. Приближается ракета. Да слезь ты с пробела! Вот что за бред вообще? Где эти твари были раньше, да? Ну как твари? Они мне все-таки помогли, конечно. Но все равно. Где они раньше были? Ладно, мне сейчас надо умудриться как-то долететь. Здесь уже нету. Омикрон, зета, омикрон, гамма, омикрон, гамма. Но приближается ракета, будет? Не будет, окей. Можно отвлечь. Офигеть. А что здесь странники делают, да? Это забавно, забавно. Ну что, летим? Конечно, летим. Куда нам деваться? Зря, что ли, мы сюда добирались все это время. Сейчас нас, наверное, странники ушатают на выходе прям. Ну что поделать? Корабль у меня такой. У меня еще не подготовлен к странникам. Грустно все это. Успею, не успею. По-моему, успеваю. Успеваю улететь. В общем, суть в том, что с ними здесь воевать бессмысленно. Да, обратите внимание на эту систему. Она офигенна. Она офигенна, и от этого она прекрасна. Тут летают странники. Тут есть планета, на которую можно сесть. Направление. Поэтому берем направление и смотрим, к чему это приведет. Вот она карта, планета Гамма. Вот она звезда. Что это такое? Это звезда. А это что такое? Это тоже звезда. Интересно, да? Нейтральная планета с нейтральным стыковочным кольцом. Ну окей, садимся. Садимся. И сейчас было видно, когда я нажал на стыковочное кольцо, там было написано «робот». Почему? Потому что тут роботы. Система неизвестна. Это неизвестная система. Я не знаю, для чего они ее оставили. Но при этом здесь можно продавать, но ничего нельзя купить. Забавно, да? Почему они эту систему оставили? Просто для чего? Это же была какая-то не пасхалка, какой-то задел на будущее, я уверен. То есть тут сидят роботы. Нет доступных миссий. Потому что у меня отношения с ними плохие. Давайте пообщаемся. Вы с ними. Знакомы? Мы знакомы. Я Трент. Трент. Рад вас снова видеть, Трент. Рад вас видеть, робот мне говорит. Большое спасибо. Что нового? Что нового? Сейчас тихо, приходи позже.
Мне робот говорит сейчас тихо. Что за чушь? И пропал торговец. Что за бред? Но при этом я могу починить корабль. Как это происходит? Что за бред? Ну ладно, все, взлетаем. Потому что здесь нам... Ай, промахнулся. Честно промахнулся. Сейчас. Сейчас лишь бы странников не было. Они есть. Все, вторая планета. Вторая планета немножко интереснее будет, чем первая. Потому что, во-первых... Блин, просто посмотрите, что это за ерунда? Что вот это такое? А это что такое? Странники эскорт. Они летят за мной. Почему звезда находится там? Я к ней летал. Я серьезно к ней летал, и это очень долго, очень грустно. А желтый карлик. А там тогда что? Там что такое? Вот она на карте. Вот она. Это типа это звезда. Это реально звезда. Планета Примус. И планета Гамму. И на планету Примус тоже можно сесть. База Самура. И космос здесь немножко другой все-таки. Вот эти вот непонятные... Непонятные, что это такое? Что это такое? Кто может сказать? Планета Примус. Садимся. Ну что, кто мне скажет, что мы запросили приземление? Никто не скажет. Манки. Вот снизу написано манки. Ну это уже такой, такая пасхалочка, что ли? Не пасхалочка, а предпоказ. И опять, тут можно починиться. На планете Примус можно починиться. Тут хотя бы анимашка есть. Так, они такие подвезли. Ух ты, они меня здесь чинят. Это хорошо. А что можно купить у вас? Откупить нечего. Ну, хотя бы починили. И то неплохо. Итак, заходим. А здесь все обезьяны. Как такое возможно? Для чего это? Обезьяны, представитель. Обезьяны, примус. Обезьяны. Обезьяны. Что это за раса? Для чего это было сделано? Мы знакомы? Со мной разговаривает обезьяна. Рад снова тебя видеть. Да, хорошо. Есть что-нибудь для меня? Сейчас ничего нет. Загляни позже. Я вас знаю? Да, я Трент. Рад вас снова видеть, Трент. Начнем сначала. Итак, что у вас есть? Последнее время ничего интересного. Я вот с этим чуваком обязательно. Угу, я Трент. Рад вас снова видеть, Трент. Спасибо, что еще есть для меня? Сейчас тихо, приходи позже. Ну что, круто? Круто? Я считаю, что вот как бы вот именно это такая вот серия. Отлично. Отличный финал для этой замечательной игры. Корабли летают, но их нет. Тут никто не летает. Это неизвестная система. Зачем ее оставили? Никому не известно. А, ну да, здесь есть еще одна система. Но я до нее уж летать не буду. Сейчас меня быстренько ушатают вот эти вот ребята. Ну, как бы я их тоже ушатал. На этом мы закончим. В общем, на этом, пожалуй, все с фрилансером. Больше тут показывать нечего. Ну да, есть еще одна система, которую тоже можно искать. Можно найти. Но для чего? Я считаю, что это как бы уже не нужно. Это родная система странников. Там нет планет, там только странники летают. Ну, туда нужно лететь на хорошем корабле, а как-то сидеть, качаться. Да, это кому-то интересно, но сюжетку-то я показал. Можно взломать игру, купить хороший корабль и купить хорошее вооружение и ломануться туда, как вариант.
возможно, имеет смысл так и поступить. Со временем. Не сегодня. Когда-нибудь. Ну, на этом, в принципе, все. Фрилансер закончен. И эта серия закончена. Подписываемся на канал, чтобы увидеть новые серии, чего бы то ни было. Возможно, по фрилансеру еще будут какие-нибудь серии, но это уже не в ближайшее время. Может быть, какие-нибудь моды туда загружу, потому что говорят, что с модами, с фрилансером, у фрилансера все в порядке. Тем более, второго фрилансера все-таки не будет, потому что разработчики ценились другой замечательной игрой. Поэтому всем спасибо. Всем еще раз спасибо. И всем пока.